Ну и вот мы прибыли. Небольшой новый кондоминиум сами. В переводе лето. Вот такой подъездной путь сюда. То есть, грубо говоря, когда вы приехали с аэропорта, такси вас подвезет именно сюда, к этому входу. И вы будете нас ожидать, точнее нашего сотрудника, с ключами, чтобы вас заселил, вот в этом лобби. Вы просто приезжаете, садитесь на эти мягкие диваны со своими вещами и ждете нашего сотрудника, который подготовит ключи и заселит вас. А вот и территория вот этого небольшого, очень уютного, очень милого Кондо Саммит. Посмотрите, сейчас низкий сезон, народу никого, ну вы сможете разглядеть всю эту красоту. Бассейн есть, смотрите, как и для маленьких детей, где можно где мелко, и маленькие дети могут тоже купаться. Так, вот сейчас сотрудник нас спрашивает, что мы пришли сюда, мы ему сейчас все расскажем.